Ребят, всем привет! Мы вышли прогуляться по вечернему Гефресу и показать вам, как немцы украшают свои дома к Рождеству, да, к Вайнахтен. Этот, сколько мы уже гуляем, наверное, вот этот самый такой красивый домик пока, который мы встретили. Обалдеть! Здоровайся с нашими зрителями. Привет, доброй ночи. Да, добрый вечер. Посмотрите, какая красота. Прям этот дом, мне кажется, освещает всю улицу, да? Очень красиво. И любуемся на красоту. Так, друзья, у нас сегодня уже суббота. За окном погода, конечно, совсем не рождественская. Завтра уже Рождество, окна запотели, идет дождик. А у нас есть вот такие вот гудшайны. На прошлой неделе Сергей их получил в обороте. Вот тут их 6 штук по 10 евро. Получается, вот для детей по 10 евро. И вот для всех остальных, да, ну, для взрослых. И их по 2 у нас получается на 60 евро гучайны. И мы сейчас планируем поехать в Байройт, в Ротескройц магазин и посмотреть что-нибудь, вдруг что-нибудь интересного там найдем. Раньше у меня был обзор данного магазина, я прикреплю его. Получается, там есть как бэушные товары, есть и новые товары, и там одежда, посуда, какие-то, может быть, игрушки, в общем, все что угодно. И мы хотим поехать посмотреть. Вот. Кстати, эти гучайны можно получать раз в полгода. В следующий раз мы можем их получить, по-моему, в августе, ну, летом. И вот выдаются они сроком на 3 месяца, да, с 15 декабря по 15 марта можно их использовать. Даже если мы сейчас что-то не присмотрим себе, мы потом можем что-нибудь посмотреть. Вот 60 евро, в принципе, так неплохо. Ну все, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы уже в магазине. Смотрите, какая шубка. За 20 евро. Где она в состоянии? Кстати, очень много для любителей.
Это 16:50. Взяли мы вот такие очки. Мы еще не взяли, собираемся. Еще не взяли, хотим взять, да. Богдану. Он хотел поиграть такие. Вот мы и нашли такие очки. 20 евро. 20 евро? В принципе, ну, недорого. Тем более у нас есть подарочные сертификаты. Угу. И думаю, может, часы взять. Думаем еще пока. Да. И все, пока и на все. Этом. В общем, мы вышли с этого магазина. Почему-то нам за гучайны не продали вот эти очки, но они нам обошлись в 10 евро всего. У них, по-моему, сегодня... А, да, нам не сдача дала. Да, сегодня, скорее всего, этот 50% скидка, по-моему, там у них плакат висел. Так что, в принципе... Тоже неплохо. Да. Вот. Ну, в следующий раз, может, после Нового года приедем. Что-нибудь, если стоящее будет. Ну, так особо, что нам надо, ничего мы не нашли, да? Или тебе что-то понравилось? Mm-hmm. Мне тоже ничего не понравилось. Ну что, детки, с первого Рождества у вас в Германии. Ну, еще второе не закончилось. Какое второе? 31. А, ну это Новый год, а Рождество-то у вас первое. В общем, ночью прилетал один гномик и оставил подарочки для вас. Вот эти подарочки. Это у нас для Богдашки. Так и думал. А это у нас для Амелии. Ну, то, что ты заказывал, наверное, то и будет. Я не помню. Открывай аккуратно. Что там, Богдан? А ну посмотри, может там еще что-то есть? А письмо? Письмо? А здесь деньги. Да ладно. 20 евро! 20 евро! Ладно. Да нафиг. Спасибо. Какой красивенький! Ну? Что тут у нас?
Что там? Это... То, что я хочу. Что там, Богдан? Ничего себе! Бластер? Угу. Да еще и хаги-ваги? Угу. Ничего. Ну, теперь Амели на очередь. Это малышка. Это попугай. Разобрались мы здесь, надо было. Аккуратно, аккуратно. Она там! Ее надо! Привязана? Да. А. Смотрите, какая красотка! Да, давай. Давайте вставим. Так, мы собираемся праздновать Вайнахтен. Покрутись, Амели, какая ты красивая. Сейчас сначала едем в Барольд к нашим родственникам, а оттуда уже поедем. Куда, малышка? В китайский ресторан. Да, у Амели такое новое платьишко. В Хаундэм брала. Покружись еще. О, все красивые. Самый прикольный подарок. То, что я видела. Платьишко? Или твой куклы Лол? Платьишко больше красивее. Понравилось? Тебе очень идет. Sweaters, la 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 la